Добро пожаловать на канал «Планета для животных». Можно ли представить себе, что кошка может стать матерью для осиротевшего щенка? Щенок попал в приют для животных в городе Кливленд. Ему было несколько дней от роду, и он нуждался в материнской любви. Сотрудники приюта решили попробовать его поместить к кошке Ларнет, у которой недавно родились котята. Впервые увидев щенка, Ларнет медленно обнюхала его. Конечно, она поняла, что это не ее котенок, но щенок был настолько беспомощен, что Ларнет не смогла остаться в стороне. На удивление, все прошло очень гладко, и кошка приняла щенка. Он был принят в семью, а сотрудники приюта дали ему имя Нолан. К счастью, у Нолана теперь была Ларнет, которая кормила и заботилась о нем, как и о своих четырех котятах. За неделю кошка настолько привязалась к щенку, что считала его за своего. Конечно, щенок больше котят, и кошка не может его полностью накормить, поэтому Нолана кормили еще с бутылочки. Один из сотрудников приюта забирал его к себе домой на ночь. Ну а кошка Ларнет каждое утро с нетерпением ожидала возвращения Нолана. Спасибо за просмотр.